1 марта в городском доме культуры Славянска на Кубани состоялась встреча правящего архиерея Новороссийской епархии Преосвященнейшего Феогноста, епископа Новороссийского и Геленджикского с православной общественностью города и района. С подробностями мои коллеги. Послушать епископа Новороссийского и Геленджикского, задать ему вопросы пришли около 200 православных славянцев. Места в зале заняли прихожане храмов Славянского благочиния, сотрудники администрации, полиции, представители казачества, общественных организаций и молодежь. Мероприятие по традиции началось с молитвы. Встреча началась с краткого доклада владыки о деятельности епархии. Епископ обозначил главные задачи, решение которых сегодня весьма необходимо для организации и развития полноценной церковной жизни в епархии. Также он отметил, что в Славянском районе налажено самое конструктивное взаимодействие с властью, и это позволяет эффективнее решать насущные проблемы. Так, с момента основания Новороссийской епархии в нашем районе было выделено 9 земельных участков под строительство новых храмов. Как в самом городе, так и в сельских поселениях. Земля уже оформлена. Это улица Зеленского, а также улица Ленина, 82, в центре, и улица Запорожская, 124/4. Там, это в городской черте, очень хорошие участки, замечательные участки, в общем-то, прямо на Северном пункте непосредственно. Все инженерные сети есть, удобно. В общем, тоже так же, опять же, хочу поблагодарить вас за ваше понимание и к нуждам церкви, и желания, и пожелания людей. Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност отметил, что православие призвано объединять людей во благо. Он заострил внимание на актуальной проблеме. Молодежь не имеет крепкого духовного стержня. И лишь религиозное воспитание помогает с ранних лет привить любовь к родной стране, сформировать истинные ценности. Конечно же, второе направление очень важное – это социальное служение. Сегодня вот сидят у нас сестры милосердия, которые пока мало, немного, но думаю, что со временем будет больше. Все-таки материнское, все-таки женское сердце, оно не перестает любить даже тогда, когда любимого нет уже рядом, к сожалению, может, какой-то причине. Либо развод, либо отошел ко Господу, либо, может быть, не вышло замуж, так вот. И так вот остается вот это сердце, любовь сердца не реализована, остается. Многие женщины хотят себя реализовать каким-то образом. И они, конечно, вот это очень можно в плане организованном, это сестричество, вступить в сестричество, и вот под руководством священника или духовника, который обязательно, помимо руководителя, еще каждому сестричеству, дается духовник, который бы помогал, потому что то служение у них, это очень сложное служение. Встреча продолжилась непринужденным общением прихожан и епископа. Многие передавали записки с вопросами, кто-то обращался к владыке лично. Славянцев интересовало все – от строительства храмов до правил духовной жизни. Естественно, эти встречи очень важны, потому что широкой общественности появляется возможность пообщаться непосредственно с епископом, который может ответить на вопросы, которые интересуют жителей города, не только воцерковленных. Воцерковленные и так знают основные проблемы Русской Православной Церкви, а вот люди, обыкновенные граждане, которые шли на пути к церкви, у них бывает много вопросов, на которые они не могут где-то в средствах массовой информации найти ответ. А ответ из уст первого лица в епархии, конечно, будет полезен для спасения души и приобщения к церкви православной. Вероисповедание – это самое главное в нашей жизни, которое дает и благосостояние жизни, и здоровье помогает, и в культуре, и самое главное – общение с друг с другом. Я прохожанин храма Покрова Пресвятой Богородицы Хутора Голицына. Вот. А цель встретиться с нашим епископом Феогностом и наши злободневные дела обсудить, и по строительству храма, по существованию прихода, я считаю, это нужное дело. И хотелось бы услышать, наше дальнейшее существование. По окончании встречи собравшиеся высказали пожелание о более частом проведении подобных мероприятий. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».